Доброе утро всем. Погода такая классная, морозно, солнце, ветер, все есть, небо даже есть. Сейчас традиционно поднимаем голубей. Летаем, друзья. А что нам еще остается? Лентяи. Кто куда? А эти пошли. Ну так кружат, боятся конкретно. Такой релакс для голубеводов. Эти воркуют. Все птичечки летают. Такая толпа там. Ух, ух, кто куда? Чё это? Ха, смотрите, что творится. Спорты выпадают. Сейчас же все вместе летают. Спорты уходят. Ох, такие выписывают. Пируэтики. Ой-ой-ой, мелкие на хвостике. Остальные идут. Блестят на солнышке. О! Так что есть кто пошел. У спорта же не понимают, зачем им это надо. Они, естественно, спускаются. Бакинцы все вверху. А, вот пришел. Тихо, не шевелись! Пришел! Так, чтобы не расчувствовались, тоже не помешает тренер такой. Вот он чешет. Смотрите, все куда? К себе. В это. В голубятню падает. Ну, в общем, интересно, что не ловит никто. И сегодня вот этот стал и стоит. Не знаю, показывает. Он спускается, пошел. Красавчик.
Всем удачного дня, друзья. Кайфуйте, гоняйте. Всех благ. Ну вот, четверочка, пятерочка летает, там на всю приблизила. Это самое. О, как истинная ботинка. Вот, и одна там отходит, ширик от них. Блин, солнца не вижу. Блин, то показывала, теперь нет. Не видно, разговариваешь. Такое впечатление, как будто я обманываю. И вот голуби не летают, а я разговариваю. Молодцы, короче. Так. В общем, очень высоко чешут. Сейчас посмотрим, когда будет садиться или что-то засниму, потому что такие на игре молодые, классные. Ну, камера, блин, должна же ловить на всю приблизительно. А вот я увидел. Вот, четверочку, видишь? Да? Да, вот увидел. Ребята, поднимайте сюда ее, посмотрите. Красавцы вообще. Вон два вообще ушло, а вот опять спустил. Фокусирует, ну может просто не видно, а камера видит. В общем, продолжаем летать, друзья. Пятерочка летает, четыре там и одна отдельно. Ну, она одна летает всегда, пока не видно, уходит очень далеко, приходит ширик, бурый чиль. Пора ее закрывать уже, потому что она не выживет так. А эти на игре там что-то. Так. Ну, в общем, летаем. Кайфуем, стоим. То видно, то не видно. Вятник. Пошел мимо, куда-то прям так падает, падает там, падает. Так, вот наши. Показывает, не показывает, не знаю. Четверочка здесь, а этой нет пока. Сегодня так летят красиво на одном месте. Конкретно. Красавчики. Так. Ну что, друзья? Голуби продолжают полетики. Вот они там. Видны чуть-чуть. Очень высоко. Четверочка летает.
Одной нет этой одиночки. Ястреб проходил. Мог ее забрать, конечно. Вот. Я специально так к сетке, потому что я не могу найти камеры их. И на 6 раз увеличил. В общем, они там. Ну, очень высоко, понятно, да? Вообще на одном месте, грубо говоря, стоят. И это самое. На игре. Красавчики. Прям как на одном этом месте и все находятся. В общем, продолжаем кайфовать, друзья. Но голуби в покрытии нету. Пока ждем, друзья. Всем. Ёж! Ёж! Привет, скажи всем, да? Да. Красотень. Так. Ну, одной нет этой одиночки. Посмотрим, когда сядут. Ну и здесь не вижу. Могли, конечно, скушать. Потому что отходит далеко. У нее таких преимуществ нет, чтобы упасть, как положено. Яша, 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 скажи. Как зовут? Ты тоже туда смотришь, в небо, да? Ты в небо смотришь? А? Тоже контролирую, скажи, все подсказываю, да, птичечка? Моя умничка. Ты смотришь. Ладно, ждем. Как появится, будем снимать. Пока летаем. Вот, пока кормим, поем. Эти летают, начали снижаться. Уже успели одну отбить голубочку. И вот они. Я на все приблизил. Красавчики сегодня вообще порадовали. Четверочка спускается. Сейчас должны хищники подойти. Без этого же никак. На посадочке попробовать взять. Ну, мелкий отличился сегодня. И так долго летал, и не попался даже. Но сел не очень, конечно, возле сетки. Забрала бы, если бы не пошел.
все бакинские голуби, друзья. Радуют глаза наши. Лишь бы не пришел, чтобы этот спокойно сели хоть раз в жизни. Стресса. Он на хвостик. А что значит молодые? На хвостик. А все замерзшее, представляете, 38 голубятин надо поить, допустим. Представляете, сколько времени забирает. И вот пока это делали, они летали. Красавчики. Такие на измене. По сторонам. О, она кричит что-то. У нас ворона за этим наблюдает все. Значит, там кто-то есть где-то. И она по-своему. Ну, звуки издает, когда кого-то видит. Сел тебе туда, иди сюда. Вот и все. Все живы и здоровы. Вам тоже желаю здоровья, улыбок и добра.